привет! Сегодня мы рассмотрим матч Витория Сетубола-Виш. В матче между Сетуболом и Авишем трудно отдать кому-то предпочтение, но мы попытались сделать это. Кому, узнаете в прогнозе. Сетубол – футбольный клуб из одноименного города Витория. В нынешнем сезоне игра достаточно-таки блекла, но и в прошлом сезоне удалось довольствоваться только 9-м местом. Что точно не соответствует амбициям сардинцев, подопечные Жозе Каусейро дома выкладываются по полной, что видно по результатам. Где из 10 своих набранных очков 9 набрали в родном городе при поддержке своих фанатов. Авиш пару лет назад играл в Сегунде, но дебютный сезон в премьере складывается не лучшим образом. Футболисты с трудом набирают очки, результаты команды позволяют занимать только 16-е место из 18, причем 3 последние клуба имеют равное количество очков. Но разница мячей лучшего клуба из Виза до Савиша на выезде еще не смогли набрать 3 очка, а вот дома обыграли на старте одного из середняков. Сетубол не сыграл в ничью ни разу за последние 3 матча. В каждом из последних 3 матчей Сетубола было забито больше 2 голов. Сетубол забивал хотя бы 1 гол в каждом из последних 4 матчей. Прогноз букмекерам оказалось тяжело отдать кому-то предпочтение, но небольшого преимущества добились хозяева, мы думаем. Что опыт Витории Сетубол поможет им набрать 3 очка на своем поле, а Авиш способен огорчить хозяев хотя бы забитым мячом, что они часто демонстрируют в прошедших играх. Одна из моих ставок – победа Сетубола за коэффициент 2,12. Также рекомендую сделать ставку на тотал больше 2 за 1,72. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!